Дубстейлс. Кот Нуар, что ты тут делаешь? Доброй ночи, принцесса. Рад видеть, что ты еще не спишь. Будь иначе, я не уверен, что смог бы дождаться утра, чтобы поговорить с тобой. А? Что? Я думаю, сейчас уже все в курсе, что на протяжении определенного периода времени я делал попытки узнать секрет личности Леди Баг. Сегодня я получил несколько подсказок, которые привели меня к тебе сюда. Очевидно, что мои источники совершенно надежны. Так что скажи мне. Не хочешь ли ты мне что-то рассказать, Маринет? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, что-то связанное с секретом. Тобой и Леди Баг. Он слишком близко. Я не могу посмотреть даже на него. Он же все поймет. Прекрати. Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Хм. Хочешь обмануть меня? Чего? Нет, я действительно не знаю. Вообще ничего не знаю. Я обычная девочка. В любом случае, с чего ты решил, что я что-то знаю о Леди Баг? Твой источник ошибается. Она один раз спасла меня. И все. Я ничего больше не знаю о ней. Поведись на это. Бесполезно отрицать, Маринет. У меня на все есть основания. Здесь ведь не только тот факт, что мне шепнула одна птичка, а также твоя реакция на мой вопрос о Леди Баг. Кроме того, стиль твоей прически объясняет многое. Нет сомнений, теперь я уверен, что ты и Леди Баг, вы... Стой! Не произноси этого! Мне кажется, у меня нет выбора. Он знает слишком много. Хорошо, ты победил. Все точно так, как ты говоришь. Леди Баг, я, мы... Серьезно? Наконец-то! Я знал, я был прав! И тебе лучше держать это в секрете, иначе ты труп, котик. Конечно, твой секрет в безопасности. Слово чести кота. Я вообще-то серьезно. И я тоже. Я обещаю, что никому не скажу. Но раз я теперь знаю, позволь мне увидеть Леди Баг. Пожалуйста. Хм, думаю, я смогу это устроить. Я пойду найду Тики. Ты останешься здесь. Тихо, и не вздумай подглядывать. Окей. Да! Тики, ты здесь? Да, я здесь. Прости меня, Тики. Что случилось, Маринет? Кот Нуар выяснил, что я Леди Баг. Прости, Тики, я подвела тебя, мастера Фу и Париж. Я худший из всех Леди Баг. Ну не говори так, Маринет. Ну это правда. Нет, Маринет, послушай. То, что Кот Нуар все узнал, не очень хорошо. Но это и не изменяет тот факт, что ты лучшая Леди Баг, которую я когда-либо видела. Если он действительно знает, что ты Леди Баг, то мы должны рассказать мастеру Фу об этом. А потом он будет решать, можем ли дальше мы быть вместе или нет. Но, Маринет, ты уверена, что он раскрыл тебя? Можешь ли ты быть уверена, что это не очередное взаимное недопонимание? Нет, Тики, я уверена. Он знает. Он определенно пришел, чтобы найти меня. Я бы хотела, чтобы это было всего лишь недопонимание, однако... Я не хочу, чтобы мастер Фу забрал обратно талисман. Я не хочу, чтобы нас разлучили, Тики. Ты мой друг, и ты много для меня значишь. Ну, ты же знаешь. Маринет. Ты тоже много значишь для меня, Маринет. Я люблю тебя очень-очень сильно. Мы останемся друзьями, что бы ни случилось. Я обещаю. Спасибо, Тики. Теперь давай позовем кота Нуара. Кто знает, что он натворит, если мы заставим его ждать. Не могу поверить. После всего, мне наконец удалось найти ключ к тайне Леди Баг. И, как сказала Маринет, ее настоящее имя Тики. Какое милое имя. Я не дождусь момента, когда уже смогу увидеть ее без маски. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Кот Нуар, теперь ты можешь войти. О, это было быстро. Может, она живет где-то поблизости?
Это великолепно! Я счастливчик! С вашего позволения, я вхожу. Стоп! Угу. Оставайся там, где сейчас. Не входи. Просто... просто смотри внимательно. Почему Маринет одна? Где Леди Баг? Стоп! Это что, Квами? Тики, пятна! Что? Что ж, это было неловко. Привет, Кот Нуар. Не то чтобы мы только что не виделись, но... Что с твоей реакцией? Почему ты выглядишь шокированным и смущенным? Как будто ты не знал до этого, что я Леди Баг. Подожди, что? Маринет — это Леди Баг? Почему? Это не то, о чем я слышал. Кот Нуар, о чем ты говоришь? Что происходит? Изволь объясниться сейчас же. Ура! Эти фотографии так весело. А теперь давай уйдем отсюда. Адриан. Девочка. Эй, мистер модель. Да? Ты парень Маринет? Я парень Маринет? Да, это должен быть ты. Твои фото повсюду в комнате Маринет. Ты ей очень нравишься. Постойте, что? Я нравлюсь Маринет? И для остальных мы выглядим как влюбленные? Вот серьезно? О боже, он смотрит на меня. А? Эля, помоги! Привет. Аля, ты это видела? Он смотрел прямо на меня. Это же прогресс, да, да, да? Маринет, девочка, это я помахала твоей рукой. Ты же в курсе? Ты бы напортачила, если бы меня здесь не было, чтобы помочь тебе. Но это прогресс же, да? Да, верно, верно. Ну да, я думаю. Видишь, Маринет просто друг. Никаких подозрений про нас. Но у тебя же должен быть кто-то, кто тебе нравится, верно? Это должна быть Маринет. Что ж, об этом подойди ближе. Так, слушай. Ладно. Та, кто нравится мне больше всего, это Леди Баг. Она мне тоже очень нравится. Но ты не должна никому говорить, это секрет, хорошо? Я никому не скажу, обещаю. Спасибо, мило. А ты хочешь узнать мой секрет? Да. Сегодня злодейка по имени Непогода заточила меня внутри огромного куска льда. Но потом Леди Баг пришла очень быстро, чтобы спасти меня. Она делала все возможное, чтобы разбить лед, но не могла. И потом пришел Кот Нуар и бум-бам! Они ловят злодея, пока-пока, маленькая бабочка! Они победили плохую девушку, а я была спасена. Но ты знаешь что? Леди Баг знала мое имя. Это был первый раз, когда мы встретились, но она знала, что меня зовут Манон. Так что я спросила у нее, как она узнала, и... О, как я и ожидал от моей леди. Она сказала, что это Маринет ей сказала, когда предупреждала о нападении. И так я выяснила их секрет. Теперь это мой секрет. Леди Баг лучшая подруга Маринет. Что? Манон так близко к Адриану. Я ревную. Успокойся, девочка. Манон просто ребенок. Ты имеешь в виду Алю? Девушку рядом с ней? Нет, нет, это не единорожка. Она была со мной все время. Это другой друг. О, интересно. Только не говори никому. Это мой секрет. Не могу поверить, что маленькая птичка солгала. Кот Нуар, что происходит? Я и не ожидал, что ты Леди Баг. А? Но ты сказал, что мы... Какого черта ты ожидал? Я ожидал... Это? Лучшие подруги. Одинаковый стиль волос. Похожие серьги. Похожая одежда. Я подумал, вы такие же лучшие подруги, как ты и Аля. Серьезно? А насчет похожей одежды и прически, кто вообще сейчас так делает? Вейхем? Что, разве это так странно? Я не могу поверить, что раскрыла свою тайну личности из-за такого пустяка. Надо было послушать Тики. Нет, это не пустяк. Это очень важно для меня. Ох, парень, просто иди домой и держи свой рот на замке.
Маринет, моя леди. Чувак, ты в порядке? Аля, Адриан смотрит на меня весь день. Я думаю, это от того, что случилось вчера. Тот прогресс, ну, ты поняла. Я рада, но теперь я не могу смотреть назад и восхищаться его красотой. Помоги мне, пожалуйста. Прогресс, ты имеешь в виду вот это? Как? Ты будешь моей? Ну вот так бы и раскрылись уже давным-давно. Ставь лайк, если считаешь так же. Кстати, на Лизиблоге есть продолжение комикса «Отверженные». Ссылка в описании. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть на колокольчик, если вдруг почему-то этого не сделали. С вами был Артём с канала Dubstales и до встречи.